все замечательно. Теперь нужно немножко влево курс корректировать. Курс примерно 0.15. И плавно снижаемся до 2000. Достаточно просто установить тангаж на 0, самолет будет снижаться, здесь нет, спокойно. При правильном выполнении посадка очень спокойное дело. Просто спокойно снижаемся, спокойно садимся. Просто нужно сделать все правильно. Постарайтесь занять место вот чуть правее, чуть, как вам удобнее, правее или левее, кстати. А я наоборот пытаюсь важно. Вам не легко, четко за мной нельзя. Во-первых, там спутный след от сопел. Попадете в турбулентность и все. Нельзя. Либо ниже сзади, либо ниже слева, либо справа. Обратите внимание, чуть левее нашего курса, буквально под 15-20 градусов, уже видно аэродром запасной. Ну я уже в принципе примерно понял, как себя нужно вести. Вести себя нужно порядочно всегда. Вот. А я просто чуть-чуть отстаю. А какая у вас скорость? Но у меня скорость 600 стабильная. Я понял. Стабильная скорость 600. Чуть-чуть добавляйте, я просто... Да, я встал сейчас на 730. А, вполне возможно, что я просто маневрируя за вами, подфорсаживал, и у меня немножко меньше топлива, поэтому машина чуть-чуть легче. Это имеет значение на самом деле. Так, аэродром наблюдаете? Да, наблюдаю. Я вот тут. Такое-то. Спокойно, спокойно, все нормально, все нормально. Вот вам сейчас сбросили подвески, облегчат немножко машину. Не переборщите с воздушным тормозом, убирайте его вовремя. Вот я сейчас наблюдаю вас, вы левее меня и ниже. Все, воздушный тормоз убирайте, сейчас опять отстанете. И сразу добавляйте, не отставайте сильно, добавляйте газу сразу. Чуть левее выше сразу. И левее, 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 левее. Все, хватит набирать. И влево. А, это вот это аэропорт, который... Да? Да, да, да. Все, теперь вправо. На самом деле это я начал. Это вы у меня слева. Я справа. Да, да, да. Так, то есть я сейчас что делаю? Вы сейчас сравниваете. И выполняем торможение до скорости 400. А, воздушный тормоз. Правильно. Понимаете, не тратить ниже 1000, то есть 1000 метров. Подхожу. Да, все нормально. Все замечательно. Теперь выполняем поворот вправо.
выпускаем закрылки. Зайдем по правилам. Сохраняем высоту 1000. Скорость 300. Для того, чтобы сохранять скорость на повороте, добавляйте тяги, воздушный тормоз не убирать. Правым разворотом зайдем на посадку. М 30 градусов. До курса 140. Сравниваем на курсе 140. Выпускаем шасси. Это был подготовительный поворот, так называемый третий. Мы на высоте глиссады и выполняем теперь вправо до посадочного курса. Креном 45 мы как раз попадаем на посадочный курс и начинаем снижение с вертикальной скоростью 5 метров в секунду пока что. Постарайтесь визуально сориентироваться за мной. Так, увеличим вертикальный, мы немножко выше глиссады, но в общем-то нормально. Прибираем двигатель до режима 75 и так и держим. Пока что. Нормально. Все, вышли на высоту глиссады. Теперь добавляем немножко тяги до режима 82. Аккуратно, 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 не уставим никуда. Сейчас очень легко столкнуться. Скорости маленькие, самолеты слабые, такие вот и тяжеловато управляются. Ниже, 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 ниже. Выпущу. Да. А у нас разные самолеты или одинаковые? У нас одинаковые самолеты, просто любое изменение в динамике порождает раскачку. Чуть-чуть и проскочили. Просто плюс расход топлива может мог быть разный в полете. Даже такие нюансы здесь учитываются. Ну, мы летим со скоростью 360, и масса, все-таки мы тянемся на воздух, а не на асфальт. Поэтому это имеет значение. Вот мы прошли ближний привод, нам об этом сообщила электроника. Попробуйте на правую сторону полосы сесть, я сяду на левую. А, ну, а вы же без воздушного тормоза были до сих пор. Да? А я с воздушным тормозом, вот и вам здесь нюанс. Так, проходите, я ушел вправо. А я вижу, я сел рядом, потом на записи посмотрите. Аплодисменты! Ну, отлично! Спасибо вам отлично, огромное! Первый. Приятно было с вами полетать. Огромное, весь мокрый, счастливый, довольный. Надеюсь, еще встретимся с вами в воздухе. Ну, я даже не надеюсь, я точно знаю. Авиация такое дело. Если я их заболеть, то это уже не лечится. Согласен. И вместо того, чтобы этой болезнью страдать, мы ею наслаждаемся. Всего доброго, заходите. До свидания, спасибо большое. Фу, вот это...